Приветствую всех дачников, садоводов, огородов. Сегодня 6 августа 2017 года. Монтируется у нас теплица арочная 1,5 на 4. Ширина 1,5 метра, длина 4 метра, шаг метр. Уже установили каркас теплицы и фундамент у нас брус 150 на 150. Ну, не только для садоводов и огородников. Теплица устанавливается в детском саду. Здесь выращивают всякие землянику, клубнику, горох. Закончен монтаж теплицы арочная 1,5 метра. Теплица свалена с профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. Полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета, фундамент брус 150 на 150. Поликарбонат 4 мм 0,8 плотности, самый хороший 20-летний карбоглаз. Секции метровые. Две разлезные двери, форточки в обоих торцах. На крючочек. Приветствую всех дачников, садоводов, огородников. Сегодня 6 августа 2017 года. Смонтирована теплица арочная 1,5 метра. 1,5 метра ширина, 4 метра длина. Свалена с профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. Порошковая полимерная краска светло-серого цвета. Поликарбонат, карбоглаз 4 мм 0,8 плотности, 20 лет гарантии на него. Самый хороший. Фундамент брус 150 на 150. Две разлезные двери, форточки с обоих торцов. Все красиво. Теплица установлена в детском саду в академическом городке. Будут выращивать огурчики для детей. У них уже здесь и лучок, и зелень. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх, заказывайте у нас теплички, навесы, всего много-много.